сразу ли выпал первый снег. Ребята, guys, we are with you. We always support you forever. Я подпишу субтитры. Мы сочувствуем. Мы сочувствуем вам, друзья. У навсегда. Нас, поверьте, у нас тоже не рай. Супер, это не надо вырежь. Я это вставлю. Что будешь снимать? Себя буду снимать. Сегодня будем заходить в Порт Кланг. Александр, что такое Порт Кланг? Хер его знает, никогда не бывал, ничего не знаю. Да где отстаньте это? От меня, где короче, это? Кто вы такой? Тебя давно камерой били? Отвечай, когда шкипер Саша, спрашивает. Саша, это в Финляндии. Финляндии? Пойдешь на YouTube. Зверь лютый. Короче, это Куала-Лумпур. Порт Куала-Лумпура. И вот именно в него мы сегодня и будем заходить. Давай, шкипер, говори что-то быстро. Ну, короче, там такой порт прикольный. Говорят, тёлочки есть. Про заход рассказывай. А, заход очень сложный. Заходишь с одной стороны, заходишь всё, с другой стороны. Всё, достаточно. Выходит. В общем, все нормально. И так, зайдем. Рассчитать. Мы выходили... Александр, давайте, чтобы вы тоже были в кадре. Мы выходили из предыдущего нашего места дислокации на отливе. На отливе. И что? У нас была скорость 7 узлов. А сейчас мы идем на приливе. Мы заходим в канал. Можно я угадаю? Скорость 7 узлов. Как это возможно? Магия. Прилив, отлив, а скорость постоянная. Что это значит? Сука, мы умные. Педалирующий Александр. Сам ты. Скажите, Александр. Зачем вы крутите это колесо, когда лодка управляется автопилотом? Пытаюсь сломать автопилот, все просто. Сильный чувак, сильный, у меня не получается удержать автопилот. Но, может быть, он просто думает, что он рулит, но я ему не буду мешать. Снимите с руля. Автопилот просто такая мощная штука, что, несмотря на все его усилия, мы идем в правильном направлении. Вот. А вот сзади нас обгоняет корабль. Он нам только что сигналил, типа, отвалите в сторону, но мы этого делать, конечно же, не будем, потому что не хотим. Ну, пусть обгоняет. Что сигналишь? Обгоняй. А вот кораблики. Вот еще кораблики. Вернее, это все те же, но просто мы подошли к ближе. И их здесь много. Практически подошли к яхт-клубу. Вот Саша рулит по реке. Я обломался, потому что течение. И, руки болят. Да, да. В общем, Саша спасает. И вот мы сейчас проходим мимо вот таких кораблей. Вот они нам помахали рукой. Сейчас за ними мы поворачиваем налево. И подходим уже к яхт-клубу. Мы связывались с ними, нам сказали welcome, welcome, но, по-моему, они не очень хорошо говорят на языке, поэтому вот так. Яхт-клубы. Сейчас мы вам покажем, где мы становимся. Мы становимся длинной стороной к понтону, и вот мы уже практически подошли. Мы уже готовы, сейчас быстренько подходим, швартуемся и оставляем. Что мы тут один день? Что? Ты снимаешь? Да. Изначально мы тут хотели 5 дней стоять, поэтому мне кажется, а, да? Да. Слава богу, что мы всего слава богу, что мы вас смогли уговорить, да? Да, да, да. Fenders lower. Fenders. Норм? Да. Yep. Thank you very much. Thank you. Ну что, мы тогда же до борта не добираемся? Ну, клево. Как твои впечатления, отец? Мне нравится, отлично, только заход был немножко геморройный, а так прекрасно. Я не знаю, я спала. Ну, отлично. Зачем тебе это нужно? Thank you. Okay, thank you. Thank Where you. Where is the office? Everything. Is it working? Yeah. Until which time? Bye. So it's already tomorrow. Марина самая лучшая в моей жизни. Буквально меня поражает чистота, прибранность и аккуратность вообще лодок. Лодки все вылизаны. Просто не знаю чем, правда. Но чем-то их вылизывали. Ну, говном. Это называются Sea Flowers. Вот тут прямо телевизор можно выудить.
холодильничка, это нормально. Вот есть, нам же холодильник не нужен, да? Но, в принципе, если нам даже понадобится холодильник, бетон плавает, мы знаем, где взять. Да, он плавающий бетон, это же традиционно для этих широт. Вот так вот мы стоим. Кстати, нам будет завтра ловить, как, в какую сторону будет течение, туда и выходить. Туда. Оно в любом случае, здесь же закрыто. Подожди, я имею в виду, когда мы выйдем из этого. Так там направо будет. Вот. Нам по-другому не нужно. Короче, мы уже знаем, как мы будем выходить. Такой здесь удобный проход. Я не знаю, как здесь удобно ли идти, но, по-моему, это сложновато. И вот... О, да, так нормально. И вот мы выходим в обезьянник. Thank you. И вот мы припарковались в марине острова Панкор. Извините, я чуть заболел, поэтому буду кашлять. В общем, сейчас покажу. Задний ход. Мы стояли вот на том острове, на якоре, потому что здесь очень мелкий заход. И у нас вариантов особо не было. Нам пришлось подождать до утра и на приливе зайти, потому что мелкий заход. Вот. Вот. Вот, ты спала все время. Да. А еще ночью мы, когда подходили, мы шли весь день, и была погода супер солнечная, классная. А потом ночью, когда мы заходили, в тот момент, когда я нажал кнопку якоря, начал лупить такой дождь, а у нас еще почему-то неожиданно в этот самый момент поломался пульт якорный. Поэтому Саша пошел на нос и под дождем скидывал якорь. И в тот момент, когда мы его полностью скинули и поставили лодку, дождь моментально прекратился. Магия, вот. Смотри, сколько их на этой лодочке. Да, а здесь через неделю в Панкоре будет проходить какая-то большая регата. Вот, кстати, люди на лодке сидят. Хай! Хай! Поэтому... Где наш псайхопус? А вот наши друзья. Ура! Опять они, австралийская мафия. Они нас называют украинской мафией, мы их называем австралийской мафией. А сегодня, когда мы подошли, они начали рассказывать, что опять украинская мафия пришла. А мы им такие, а мы вам привезли патроны, как вы заказывали, 2000 штук. На неделю же вам хватит для ваших разбойных дел. В общем, шутка прошла успешно. Шутка залетела, да? Алло, Вако, алло! В общем, мы прошли по понтону, на который мы... Hi, good morning! Hi! Пошли по понтону, на котором мы припарковались. Нас поставили длинной стороной. Называется Elon Site. Ну, короче, все. Сейчас мы идем в марину оформлять документики. Это наша марина, в которой мы стоим. Стоимость парковки здесь недорогая. 3 рингита за фут. 2 рингита? Да. По-моему, 3. Ну, в общем, я проверю. По-моему, 3 рингита за фут. Ребенок мне доказывает, что я не прав. Но ничего удивительного. У тинейджера всегда протест. Вот такая вот марина. Так, злодеяние мое. Ты будешь звездой Ютуба. Хорошо, вот такая люблю. Вот марина. Ничего нового интересного мы здесь, конечно же, не увидели. В общем, вот такая вот у нас печальная история. Да, Диана? Да. Все, мы припаркованы, зашвартованы, как... Некоторые меня поправляют. Ну, я просто не знаю этих слов, поэтому мы запаркованы. Ауч, не наступай мне на ноги, злодей. Это вот. Было не специально. Сегодня мы починим каретку, которая у нас опять поломалась. Опять. Нам обещали сварщика быстро с утра. Надеюсь, что у нас все быстро получится. Do you have children ticket? Children is 4 years old until 11 years old. Until 11. Okay. Если бы 12, я бы прокатила за 12. Гламурное панкорское такси. Туда, потом туда, потом туда. Папа, как тебе? Мне очень нравится. Ты видела наш мопед? У нас будет этот, дуэль. Давай. Кажется, бойня. Да давай рассказывай. Это песок? Ты можешь посчитать? Только срочно. Песок? Миллион. Не, ошибаешься, что он глубоко. Смотри, какие-то тут очень маленькие.
маленькие морские, типа черепашки. Ну, не черепашки, какие-то такие штучки. Крабики, крабики. Не крабики, я могу показать тебе, если найду. А вон лодочки стоят. Красота! Яна, беги, прыгай в воду. Несись. Александр, тебе нравится пляж? Конечно. Почему? Это намного лучше, чем вот эти всякие дороги, асфальт и нержавеющие здания, понимаешь? Скажи, это в 1000 раз лучше, чем работать. Это в 350 раз лучше. Не, в 1000 не, работать все-таки лучше. Да? Иногда хорошо, раз в году как раз 35, раз в 350 дней хорошо. Не, один раз, да, приехать проверить, баблишко снять с компании своей, да? Шаришься. Дана? Класс, да? А вот тут на проводе смешной тоже сидит. Я ему руку подсовывала, он на меня кричал. Обгоняй! Крутой ему кадр сняли. Дана, что ты делаешь с котом? Котика мучает. Давай, на что? Ну что ты делаешь? Реально прикольно, нормально что ли, да? А мне эти нравятся, которые на мне. Что ты снимаешь? Купить хочешь? Конечно. Нужно возить так. Подними чуть повыше. Не, сильнее повыше. Да. И так. Может быть еще быстрее? Давай. Ты что ты делаешь? Динамики придаю, наше поползновение. Вот это ты здоровый, а? Ну, сейчас я еще тебе на спину залезу. Будем такие, как опоссумы, знаешь? Саша будет наша мама. А мы будем такие на спине такие. Ну что, пошли на пляж. Саша такой, пошли на пляж. Мы когда спрашивали, как сюда доехать, нам сказали, эта штука называется Mother's Temple, то есть храм матери. И мы подъехали к китайцам, спросили по поводу, где эта штука находится. Что нам он переспросил? Мастер Стампа? Мастер Стампа! Мастер Стампа? Вау, какой Стампа! Вау! Слушай, мне, наверное, обуться надо, а то я как... А забей, смотри, какой рыбак. Тут рыбак? Можно с голыми ногами ходить? Да, можно, даже китайский храм. Мастер Стампа! Красиво! Площадка такая детская.